Так, ребята, всем-всем добрый вечер. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов, и добро пожаловать на моего канала Дальнобой 2022 Green and Route 2003. Так, ребята, у нас сегодня понедельник в 2022 году. Ну, наверняка, если кто знает, у меня давным-давно обзора не было про всякие тягача и про всякие остальное другое. Так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу подписывайтесь. Для тех, кто еще не подписался на моего канала, советуем, рекомендуем подписаться, чтобы не пропустить всякие полезные гайды и полезные видео. Что ж, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу еще раз подписывайтесь, ставьте лайки. Обзор будет продолжаться краткого и интересного, так что, ребята, особо не переключаемся. Обзор. Погнали! Так, ребята, у нас версия игры дошла, ну, на это красно особо не стоит обратиться внимательно внимание. А1.46.2.2, то есть 2.6S. Несколько дней назад игра у меня обновилась, то есть не стимовская, не лицензия, как бы не стим, то есть не стимовская, не лицензия, пиратка. Все зависит от того, кто как начинает использовать правильно. Ну, я имею в виду, чтобы были то конфликты, остальное больше ничего не было. Так, у нас сегодня обзор про обновленный тягач Volvo FH с высоким оптимизацией. У меня несколько дней назад было, как бы, но он пока данный момент адаптировано не под один 46 адаптировано под 1.45. Так, по поводу вот этого тягача, что хочу отметить, ребята, хочу отметить, что его, когда вы его начинаете скачивать, я ссылку оставлю на описание, если для тех, кто не знает, откуда чего скачивать, я ссылку оставлю на свой контент, чтобы вы могли войти там по описанию. Ссылка оставлю по описанию, да. Так, ребята, хочу отметить, что его с помощью его, когда вы начинаете скачивать, его надо поделить с помощью HighZip. Если кто не знает HighZip, про него тоже я ссылку оставлю на описание. Так что, ребята, погнали. Так, попадем покупка грузовика. У дилера бренда модификация. Как видите, как мы видим, перед нами Volvo FH 2020. Не знаю, почему 2020. Сейчас у нас хотя 2022, то есть правильно, скоро у нас уже 23 будет. Что ж, ребята, как видите, как мы видим, здесь у нас всего лишь 3 экземпляра. Есть слепой Globetrotter. Есть Volvo FH 2020 обычный SS Globetrotter. Есть Globetrotter XXL, в том числе есть Globetrotter FH 2020. Ну, это слепой кабин, die-cab, дневная кабин. Так, ребята, что хочу отметить по поводу вот этого тягач. Да, я сам как бы любитель Volvo, как бы я всегда обожал, любил Volvo. Да, она как бы слишком дорогая. Швеция, они знают, за что получить хорошие деньги, потому что у них всегда все класс, все супер получается, поэтому как бы как-то так. Так, смотрим. Так, что хотел вам отметить. Так, для тех, у кого есть слабый персональный компьютер из 2006 году до 2022 году, то прежде скачивать, получить удовольствие, вам необходимо оптимизировать свой ПК. Не говорю, что у меня там стабильный или крутой. Нет, у меня пока идет средняя класса. Поэтому, как бы как-то так. Что ж, давайте перед вами прочитаем. Так, модель FH 2020, стартовое шасси 4 на 2, 4 на 2. Тип кабина слипер, то есть и вот она слипер. Слипер, руль, естественно, слева расположение, мощность двигателя, стартовый вариант 420, SS 309 кубометр, там
Крутящий момент 1549 фунта, 2100 ньютон-метр, там объем метр или бак, там, короче, ну, хочу, чтобы остальные вы сами разбирались. Тип коробка передачи iShrift, IT, IT там 24 и 12F. Объем топлива бак, стартовый вариант 1400, то есть, прошу прощения. Так, что ж, кликнем под него. Изменяем конфигурацию. Что хочу отметить, ребята, как видите, как мы видим, наш тягач, и вот у нас право верхний угол FPS. Не говорит, что у меня тоже крутой или стабильный. У меня так, средний класс. Средний уровный класс там 79 по-разному начинает показывать. Так, ладно, что ж, давайте сначала по кругу него сходим, там смотрим. Так, включим шагающую камеру. Ну, это то, что это у меня видео, у меня как бы геймпадовский джойстик, поэтому думаю, что не суть. Так, ладно, идем, как бы, не знаю, ребята, я вижу, что дело офигительное. То есть, смотрите, ребята, что хочу отметить, что... Так, ребята, хочу отметить, что молоко, не молоко, разберитесь сами. Хочу, чтобы вы дальше сами разбирались, что к чё к чему. Так, то есть, и, ну, не знаю, как бы, ну, дальше посмотрим. Давайте вокруг него подходим. Вот она. Евро 6, 420, это уже как бы стартовый вариант. Сходим вокруг него. Видим, что я такие еще глазам не поверил. И первый раз я как бы вижу. Ну, не помню, когда последний раз у меня по поводу этого тягача обзора было, не было, не помню. Но... тягач сам по себе, как бы тягач, он офигительный. Также, если у кого крутой ПК, крутой железо, крутой стабильный ПК, то желаю вам приятного кататься и приятного игр на таком тягаче. Ну, не знаю, ребята, хочу, чтобы остальное вы сами разбирали, что к чё к чему. А тягач... Ничего сверхъестественного, офигительный тягач, конечно, как бы вообще класс, супер, обожаю, да, они как бы дорого, как бы, ладно, короче, хватит под него ходить, как бы вокруг него, ладно, вернемся на той же месте и давайте посмотрим, что мы от него начинаем иметь. Так, это у нас слиповый, есть такой. Средний класс. Есть Globetrotter. Не знаю, почему-то на экземпляре показывает там три варианта. А здесь вот как бы четвертый вариант. Globetrotter XL. А это теперь у нас Globetrotter с XXL. То есть XXL это для тех, кто чаще собирается на дальняк. То есть типа дальняк, да. Чтобы он чувствовал во время езда и во время езда чувствовал, что он не на машине, а на каком-то, на второй хата, то есть и на второй квартире. Поэтому, ладно, проехали. Так, ладно, давайте все такой же вернемся на этот вариант, на этот режим, думаю. И так как бы достаточно. Так, про шасси. Так, смотрим, есть 4x2 лонг для тех, кто чаще хочет возить тяжелые грузы, как бы можете перейти на таком режиме. Так, это у нас лов шасси 4x2, лов, пожалуйста, давайте цепку. Так, цепка в том числе идет, исправлена функция кабелей, исправлена. Так, это у нас лов, то есть и лов X. Ну, по поводу этого я особо как бы не понял. Какой-то странно. Ну, целостно неплохо. Есть обычно для перевозка тяжелого груза, как бы. Для тяжелого груза. Тяжелого груза, как бы, 6x4 для тех, кто чаще хочет возить тяжелые грузы. Типа так, типа строительная техника или строительное оборудование или строительные материалы,
остальное другое. И есть 6 на 2 со задным подъем на ось. Так, есть 6 на 2 со лов шасси, такой более такой приятно. Есть 6 на 2 обычное со средной задной подъемной ось. Средной, то есть, прошу прощения. Так, ребята, по поводу вот это шасси хочу отметить, это шасси для тех, кто уже давным-давно как бы вводит такие тягачи со с таким функцией, потому что у него при установке такой шасси задней подъемной ось и управление оси есть как бы, ну, для тех, кто сразу не может управлять, то просто вы каждый раз будете получать аварию, ну, произойдет авария. Поэтому пока мы вместе с вами оставляем и либо вот это, давайте вот это лов шасси, посмотрим, на что он будет способен. Так, все, с этого завершили. Так, по поводу движка. Так, движка у нас, ну, ребята, я по движка вам ничего не буду рассказывать. Знаю, что там 750, там евро 6, евро 6, евро 6, евро 6, все евро 6, как бы там с несколько экземпляров, там один. Видите, там... понятно, шильдик. Так, есть 700. Ну, ребята, я пока что тыкать не буду перед вами. Хочу, чтобы вы сами посмотрели, что к чему. И для тех, кто не знает, где скачивать этот тягач, под этот контент, под этот гайд, я ссылка по описанию оставлю. Если что, чтобы себе, другим не заморочить. Спасибо за внимание, действуем дальше. Ладно, перейдем на 750, пускай будет 750. Так, про коробка передачи. Здесь как бы видим несколько куча экземпляров. Есть iShrif 12 плюс и 12 с ретардо. Ну, ребята, как хочу отметить, что дальше хочу, чтобы вы сами разбирались. Я просто вот перейдем. Просто обычно 12 со с ретардером. Вот она. Так, переходим к интерьеру. Интерьер, не знаю, ребята, видите, да, сейчас теперь у меня FPS уже унижалось, когда я кликнул под интерьера, хотя у меня, если взять, у меня как бы настроен графический режим на высоком варианте, поэтому, если что, вместе с вами попадем, посмотрим, что к чему. Сейчас у меня вот на правый верхний угол показывает там секунды FPS 23. Поэтому идет как бы со высоком оптимизации, поэтому как-то так. Так, здесь, как видите, как мы видим, несколько экземпляров. Так, давайте, есть такие варианты, красный, такой более приятный, чтобы водителям скучно не остановилось. Так, есть таким вариантом, с такой вариантом, типа серый, там более вроде того. Есть заводская стоковый вариант, есть динамический такой, есть робустный, и есть таким вариантом, глобетроттерский обычно, и есть обычно стоковый. Давайте, ребята, все такой же перейдем вот на максимальный и посмотрим, что к чему. Так, по поводу внешних красках, я выберу свой вариант, а дальше хочу, чтобы вы сами разбирались. Например, либо можете своего ставить, ну, для тех, кто как хочет там. А вот это для тех, кто чаще использует Photoshop, вы можете своего какой-нибудь рисунок можете добавить. Я особо как бы со Photoshop не работаю, ну его нафиг, поэтому, ну не знаю. Так, ладно. Есть Pearl, как его? Pearl Harbor. Гарбор или Харбор, там, типа, вроде того. Есть обычная Dark зеленая. Есть обычная с несколько вариантов. Ну, ребята, здесь как бы куча краска, куча скина, куча краска. Хочу, чтобы вы дальше сами разбирались, что к чему. Я просто выберу свой, пускай будет... зеленая DS, да, iShrif, там TDH, то есть вот он. Я вот с этого замыкаюсь, как бы. Ну, дальше хочу, чтобы вы сами разбирались, что к чему. Здесь куча, много краска.
каждого тыкать как бы особо неохота, а хочу, чтобы вы сами дальше разбирались. Так, переходим в внешний тюнинг. Внешний тюнинг, как видите, как мы видим, как бы достаточно более, можно разобраться, что к чему. Так, ладно, давайте начнем из боковой аэродинамической спойлер, то есть есть такие варианты. Ну, он как бы, не знаю кому как, мне он не понравился. Мне проще вот это. Ну, каждому по желанию. И верхняя аэродинамическая спойлер. Сверху есть таким вариантом, есть такой вариант. И давайте перейдем с таким вариантом. Ну, это как бы для тех, кто чаще хочет возить тяжелый груз. Ладно, давайте сейчас я просто так, я вам докажу. Вот она. А сверху его уже как бы пойдет маячки для более перевозка негабаритный груз. Видите, да, ребята? Типа Special Transport. Поэтому я это дело уберу, я как бы особо со снегобаритным грузом, со тяжелым грузом особо как бы не дружу, не контачиваю. Но это для тех, кто дружит, контачивает. Для тех, кто чаще хочет перевести тяжелого груза, пожалуйста, ставьте, чтобы iTraffic, чтобы увидел и сразу вам пропустил. Так, ладно. Идем как бы, блин. Так, кстати, хочу отметить, что это у нас как бы Single Aftrak, это типа дополнительный внешний аксессуар, там типа этикетка, там шильдики, там всякие реклама, например, давайте здесь выберем, там пускай будет там шведская, потому что Volvo там у нас шведы, правильно, почему-то странно не хочет найти, ладно, бог с ним. Так, или там, не знаю, там какой-нибудь там, пускай там будет Данмарк там. А здесь пускай будет там, не знаю, ну там любой можете ставить, например, пускай будет КЗ, как бы. Так, и, ну, ребята, я это дело уберу, почему? Потому что он как бы из предыдущей версии, из какой-то устаревшей версии, я его ставить не буду, я имею в виду, вдруг там пойдет вылет или там остальное другое. Поэтому я это дело не ставлю, ну, не знаю. Если ставьте, ставьте в низком приоритете, где у вас тягача, но ставьте под нужная версия. Например, если у вас 46, ставьте 46. Если 45, ставьте 45. Поэтому я это дело ставить не буду. Ну, не помню, он или из 1.36, или из 1.37, или 8, вроде того. Поэтому я его пока ставить не буду. Так, ладно, перейдем дальше. Так, у нас здесь несколько вариантов освещения. Есть таким вариантом, со схрома. Оранге со хрома, есть оранге со краска, есть FH хром, FH оранге, RH красочный вариант, так, хром, как DRL оранже, и есть заводская вариант FH, есть DRL оригинал, хрома. То есть я так понял, все, они все как бы идет повторно идет, поэтому ничего сверхъестественного, пускай будет максимальным вариантом. Так, смотрим. Это у нас защита. Защита от камней, от всяких. Так, можно оставить черное, или с хромового варианта, или окрасочное, или заводская варианта. Давайте я, например, пускай у меня будет черное. Так, смотрим дальше. Это у нас про этот, как его? Ну, дополнительный передний бампера. Есть заводская вариант окрасочная, есть пластика, серая пластика, есть обычная с пластика. Вон, обычная, кстати, неплохо смотрится, конечно. Есть также окрасочная, есть с высокой заводская вариант. Вон, вообще высокая. Так, и есть высокая, также с высоким, как бы, с высоким серийная пластика, и есть высокая краска. Ладно, все такое же, перейдем на той же красках, где у нас было. Так, и давайте сейчас с помощью шагающей камеры, и вот это надо, как бы, вот это надо посмотреть, что к чему. Это у нас, так, понятно, это у нас дополнительное.
Так, оставляем хромовый вариант. Так, это у нас табличка, рамка, табличка для номера. Есть французская варианта, есть обычная. Но это тоже для работоспособности нужна Photoshop. Для тех, кто чаще занимается с Photoshop, можете свое номера, ну, свой странный номера можете зафигаривать. Ну, я пускай, обычно у меня пускай будет заводская варианта. Ладно, вернем на той же месте. Так, дальше смотрим. Так, с этого разобрались. Так, давайте теперь нам разобраться вот со с этой фигней. Здесь, так, ребята, хочу отметить, что у меня здесь всякий куча тюнинга, всякие детали для тюнинга. Например, давайте все такое же, или вот это зеленое, потому что как бы зеленую как бы я люблю, обожаю зеленое. Давайте вот зеленое ставим. А здесь можно писать там супер. Это же у нас Volvo суперская, поэтому пускай будет супер. Вот, а здесь пишем просто там зеленая, она вот зеленая. Так, ладно. Так, N, и вот она, зеленая, 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 зеленая. А где это те зеленые, которые я начал выбрать? Странно, что его нету. Ладно, или тогда просто пишем там, пишем Hello, это же как бы из хеловское освещение, поэтому как она пишется? Hello. Hello, вот она, Hello. Так, ладно, это дело мы пропускаем. Дальше. И дальше. А вот как бы справа нижней части здесь будем ставить вот эту, как его, там есть же реле. Вот она у нас есть. Просто я не знаю, каким командам там писать, чтобы он сразу, ну, долго не искать, конечно, перед вами. Или можно вот это ставить. Не, я это ставить не буду. Ну, есть же заводская варианта. Левое, право, реле. Вот она. Вот она. Это у нас. А где? Вот это у нас L. А это у нас R. Давайте сначала R, а затем L. Чтобы у вас нормально сработало. Видите, да? Выглядело нормально. Как по-человечески. Вот она. Видите, да? Так, с этого дела мы разобрались. Так, это тоже, как который вот по поводу вот этого я вам хотел отметить. Это оно и есть, но я под него кликнуть не буду. Так, что мы здесь имеем? Это у нас защита бампера. Защита для бампера есть окрасочная с высоким оптимизацией. Вот видите, с высоким вариантом. Есть с таким вариантом. Есть с таким вариантом защита. Ну, это для тех, кто чаще катается на бездорожное место, где вот, чаще пропадает камни, там всякие-всякие, можете ставить. Но я его не ставлю, там просто я мимо пройдусь, как бы. Или можно вот это ставить, хрен его знает. Либо вот это, либо вот это. Давайте все такое же на этот замыкаем. Так, здесь пишем просто, у нас есть такая ну, такая освещение. Тоже он как бы он неплохо себя начинает вести по названию Green. Тоже он как бы требует высокой оптимизации, ну как бы с высоком оптимизация как бы идет, как бы нужно для таких вещей нужна хорошая оптимизация. Так, так, с этого раз понятно. Вот она. Так, давайте вот с таким приоритета можно их установить. Да, как бы дело как бы классно, как бы выпускаю так будет. Так, с этого разобрались. Так, так, это у нас идет дефлектор, боковая дефлектор. Так, это с этого понятно, с этого разобрались. Так, это у нас морда. Морда. Есть морда с таким вариантом, с высоким оптимизацией. Видите, когда начинаю кликнет, видите, она начинается немножко задумывать. Потому что, насколько я понимаю, это же с высоким оптимизацией, как бы, есть таким вариантом. Есть окрасочная, стальная окрасочная. Есть супер, как она, супер евро, а, супер евро версион, как бы. Вот, а это какой-то, короче, я с английского плохо разбираюсь, хочу, чтобы вы дальше вы сами посмотрели. Что к чему, я просто так мимо.
мимо пройду. Видите, с высоким, ну, видите, начинает глюк какой-то. Так, ладно, давайте, ребята, вот это, который сейчас мы увидели, вот это оставляем. А здесь какой-нибудь там пишем, зададим. Есть такая, тоже такой прикольный. Вот это оставляем. Чпок, быстренько, быстренько. А если мы ставим за под решетка, да? Подождите, где она у нас? Как она? А, вот она, да? Видите, как он начинается остановиться. Поэтому мы это дело уберем, конечно. Это дело мы уберем. Вот оно, да? Это дело мы уберем. Это дело тоже мы уберем. Так, что мы еще это имеем? Ну, это дело мы пропустим. Тоже... Прошу прощения, ребята. Так, с этого понятно. Верхное... Как вам рассказывать? Ну, вверх тоже типа верхняя морда. Есть фуллижная краска, есть обычная, есть краска черная, есть пластиковая, есть со солар, как она, солар гвард, солар гвард, там типа боль вроде того есть таким вариантом. Ну все, давайте оставляем пластиковый вариант. Хотя, хрен его знает, какой-то глюк. А, это понятно, это типа прозрачное, а это про пластиковое. Так, на этот остановимся. Так, смотрим, это у нас рамка для стекловой лобовой, там, либо более вроде того. Есть обычная пластиковая варианта, есть пластиковая FH16. Так, с этого мы остановимся, с этого понятно. Так, есть такой брендовский рекламный логотип от компании Volvo. Можно эмблема с обычной и с таким. Ладно, вот пускай вот это будет так. Про переднее дополнительное зеркало. Ну, это как бы, ну, по поводу этого уже как бы попозже. И когда попадем внутрь машины, и затем начинаем показывать, пока мы будем использовать вот это. Ну, это на несколько минут. А это уже как бы немножко попозже. Особо не переключайтесь. Дальше будет интересно. Так, с этого разобрались. С боковым зеркало. Есть FH-ский вариант. Есть хромовый вариант. Есть окрасочный вариант. С высоким оптимизацией тоже. С высоким оптимизацией есть обычная. И есть пластиковая. Давайте все такое же. Пускай будет пластиковая. Думаю, что неплохо смотрится. Так себе. Класс. Четко. Так, с этого разобрались. Так, со козырьком теперь разобраться. С козырьком. Есть обычная прозрачная со белой козырька. Есть хромовый вариант, есть также заводская вариант, есть Evolution стандартовская версия, то есть, прошу прощения, стандартовская версия, есть окрасочная с дополнительным освещением. Также без света, короче, здесь куча много, короче, попробуй разберись. Тоже окрасочный вариант с дополнительным освещением, без освещения, обычная краска с высоким оптимизацией. Есть прозрачная с пластиковой. И есть обычная. Давайте, ребята, все такое же перейдем. Где у нас? Вот эту. Не вот это. Вот это. Оставляем вот это. Так. Есть без дополнительное освещение. Как она? Типа габаритно, более вроде того. Есть с освещением. Также с освещением. Также с названием Globetrotter. Есть без названия, есть с названием, по-моему, это вот это, видите, да, ребята? Ладно, давайте, чтобы вы не думали там, какой... Да, здесь то же самое. Еще раз хочу отметить, что для тех, кто чаще работает со фотошопом, можете сюда свой имя или там свой ник всякий можете зафигаривать. Ну, я со фотошопом особо не работаю, ну, нафиг он у меня как бы. Так, Globetrotter, FH750 и обычная 700, ну, то есть 750 и FH16.
Так, пока это дело мы уберем. Дальше следуем. А, все, теперь как бы все. Давайте, ребята, все такое же вот это вставляем. И пускай будет Globetrotter. Пускай будет Globetrotter. Так, смотрим, это у нас, оно это попозже как бы. Так, смотрим, есть с таким вариантом. Можете дополнительное освещение, всякие различные. Есть с таким, с высоком оптимизация. Есть окрасочная оптимизация и есть дополнительная. Ну, то есть это окрасочная, а это хромовые варианты. А это у нас, давайте все такое же перейдем вот на это. Так, с этого разобрались. Ну, это уже как бы попозже. Так, давайте, ребята, хочу отметить, что здесь по разным будем ставить. Посмотрим, что к чему. Так, снова вернемся. И сюда можно, например, там, пускай будет. У нас все такое же шведское. И здесь будем выбирать шведское Мишленчик. Где-то у меня здесь было. Это, ребята, как бы дополнительное тюнинга. Попробуем, если удастся, если получится, я ссылка про него оставлю на по описанию. Так, есть шведская, у нас же все такое же тягач шведская вариант, поэтому будет шведская. Так, здесь пишем Hello. Hello. И где у нас здесь Hello? Hello, Hello, Hello. Так, ну, ребята, не знаю, хочу отметить, что они все как бы начинают требовать, я имею в виду, они все не для слабой ПК. Если у кого есть слабый ПК, то ж извините. А здесь для тех, кто, как я вам отметил, для тех, кто хочет чаще возить типа негабаритный груз, либо там тяжелый груз или аварийный груз, то есть, можете сюда зафигаривать маячки, видите, да? Маячок от компания Hella. Ладно, это дело мы уберем. Так, что у нас? Это у нас. Так, ребята, я хочу отметить, что для этого тягача также нуждается дополнительная Volvo FH Tuning Pack. Если у кого есть Tuning Pack, то хорошо. Если у кого нет, то уж плохо. Ладно. Ну, это, как я вам только что отметил, это от FH Tuning Pack. Так, ну это уже попозже. Так, видите, начинается заругаться. Вот, видите, то есть снежный час начинается заругаться. Либо вот это, либо вот это. Давайте попробуем. Пускай будет, да? Видите, да? Черный и черный. Поэтому давайте мы это дело уберем. Это дело оставляем и выбираем FH. Есть FH хромовая. Хромовая черная ирановская марка. Это, по-моему, железная. Хромовская черная железная марка. Типа более вроде того. Если я не ошибаюсь. Так, ладно. Ну, это попозже, как я вам отметил. Это тоже попозже. Так, это у нас. А, телек. Давайте мы его вставим. Или давайте попозже. Так, с этого разобрались. Так, ребята, хочу отметить, что у меня чаще начали писать, что почему ты всегда вставляешь, устанавливаешь шин от газовских. Теперь, ну, как бы мне он больше понравился. Ладно, ребята, раз не захотите, я другой начинаю ставить. Так, спасибо за внимание. Это у нас Englis как раз для прицепа Кюгел подходит, видите, да? И здесь как бы брендовская Englis Motors. И здесь как бы давайте ставим с высоким вариантом, чтобы там дети не оторвали, чтобы руку не достали на него. Так, ладно, это дело уберем. Так, это у нас боковая юбка. Есть, ну, есть с таким вариантом, и есть без боковая юбка. Давайте оставляем боковая юбка. Так, с этого разобрались. Так, это у нас с этого понятно. Так, есть с таким вариантом. Есть с таким вариантом, для чтобы не испортил козерога. Есть с таким вариантом. Есть окрасочная. 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 Давайте все такое же. Вот с таким вариантом его оставляем. Здесь то же самое. Давайте, пускай вот это будет. Ну, это, естественно, освещение. Есть ледовое освещение. Вот оно. Ледовое, то есть, как она
Фьюкс, Ледова ИС, Фьюкс там, короче, ну, хочу, чтобы вы сами разбирались. Можно его убрать, либо можно оставить. Ладно, все такое же мы это дело ставим. Так, все, наверное, ребята, с движком разобрались. Теперь давайте разберемся с верхней боковой козырьки. Есть окрасочный лов со снизком вариантом. Есть обычно. А все понятно, есть обычная краска, есть со словской. Вот. И есть пластиковый лов, пластиковый и пластиковый. Давайте вот это все такое же оставляем. Так, теперь давайте переходим к шинам. Шины какие имеются? Видите, ребята, при собой имеется несколько вариантов шина. ФАшевский, видите, HD, HD, типа HD-шский вариант. Давайте вот это оставляем хотя бы немножко, как бы с высоким вариантом, потому что у нас с низким шасси как бы идет лов шасси, поэтому как-то так начало требовать. Во. И давайте сюда какой-нибудь тюнинговые колпачки. Есть такие колпачки. Есть с таким. Короче, хочу, чтобы вы сами дальше разбирались, что чё, к чему. Я, например, или пускай давайте вернем вольвовский вариант. Пишем там, как она пишется. Вольво пишется, наверное. Вольво. Вольво. Вот она. Два варианта. Есть. Есть моновый вариант. И есть моновый со торможением. Давайте все такое же с торможением. Давайте с торможением, как бы. И здесь то же самое. Быстренько это делаю. Сделаем все. И убираем название, чтобы могли дальше работать, чтобы удалось работать дальше. Так, например, там не знаю какие там, пускай будет там стоковые варианты, например, вот это оставляем, думаем, что как бы неплохо целостность. И вот это для защиты шина как бы и моста как бы. И здесь то же самое, такая же дело. Вот она. Видите, да, все четко, все как бы пока перед вами, перед собой, перед вами никакие этот фигню не получаем. Здесь можно обычное стоковое можно зафигаривать. И где Special Volvo, пускай будет там Scania, будет там стоковое, и здесь пускай будет вот это. Все, что ж, ребята, похоже, что с этого дела мы разобрались. Так, даже видите, даже еще при себе имеется маячок. Вот это маячок. Можно ли вот это убрать? Почему бы нет? От компании Hella. Все, так лучше стало. Что ж, все, наверное, ребята, давайте теперь перейдем в интерьер. Видите, да, ребята, глюк. Ну, это глюк за того, что еще раз хочу отметить, что для тех, у кого слабый ПК или средний ПК, поэтому как-то так. Так, ладно. Есть это по поводу спалка. Есть таким спалка, чтобы когда вы проснулись, собирать ехать, можете его поднять, чтобы под головой, чтобы ну, то есть головой не стучило. Так, есть обычность с таким. Видите, да, требует высокой оптимизации. То есть и всякие. Так, давайте все такое же вот это оставляем. Опущенная лестница, стремянка. Так, это у нас тоже освещение шильдик. Есть таким вариантом, вольвовская. Тоже, ну, несколько вариантов. Давайте оставляем вот это. Чем дороже, ну, чем дороже цена, чем лучше. Так, это у нас боковая зеркало, чтобы впереди бока что-то начинается твориться. Есть обычно с хрома, заводская вариант с хрома вариант. Есть окрасочная, есть заводская вариант окрасочная. И есть пластиковые варианты. Давайте вот это оставляем. Так, сюда кого можно посадить? Сюда пока можем посадить только со стоковой варианта. Например, ноутбук можно ставить, планшеты можно ставить, или сумка со вещей можно
положить, или сумочка, если для тех, кто дальнобойщица, можете свою сумочку сюда оставить, или там подарка кому-то, если желаете подарить там на Новый год, или на праздник, или там на Рождество, остальное другое. Ну, это обычно книга из американ, и, а, то есть из ETS, из американ, там, типа, были бы там. Есть, как бы, лапочка, как она, лампочка, бокса ETS, как бы, можете сюда код какой-то ВОЗ со такой видео. Есть бумажное полотенце, как бы, есть карта для тех, кто чаще хочет увидеть, куда отправляется, чтобы увидеть карту, соблюдят на карту. Есть игровой каталог и диска для ETS, и есть информационная доставка. Давайте вот это вставляем, пускай будет ETS. Так, ну, по поводу это попозже. Так, сюда что мы можем? Всякие дополнительные игрушки можно поставить, положиться. Ну, дальше хочу, чтобы вы сами разбирались. У нас и у вас скоро Новый год, поэтому сюда ставим елка со разноцветной. Так, сюда можно шторник, шторка от компании Volvo, от, ну, со шильдика Volvo, без шильдика. Также давайте вот это вставляем. И сюда, ну, с этого уже мы как бы разобрались. Так, сюда, не знаю, например, не знаю, сюда, давайте вот сюда, например, я ставлю свой любимый навигатор. Наверняка вы все знаете, вот это ставим. Вау, вообще смотрится классно. Хотя дело не в этом. Так, сюда можно какой-нибудь освежитель, чтобы и вам было приятно, и пассажиру было приятно дышать внутри интерьера. Так, сюда можно стольчик какой-нибудь там дополнительный, плат, как его, полка, да, типа полка, с таким вариантом. Есть обычный вариант эфавшской черной, и есть такой вариант. Давайте все такое же перейдем сюда. Ну, наверняка вы все знаете, как бы, я чаще, как бы, у меня всегда петушонок, не знаю, может, кому понравится, можете петушонок ставить. Сюда можно какой-нибудь там анимационный, чтобы вам во время езды, вам и пассажиры не было скучно. Пишем здесь, дадим Ани. И вот она у нас есть с таким, ну, анимационным, белгийский мелкий шильдик, есть с крупной, французской мелкой и французской, вот это как его, ну, вы меня поняли. Типа реновсовские шильдика. Так, это у нас немецкая. А, нет, это у нас белгийская. Давайте оставляем французская. Пускай будет французская. Так, это дело тоже уберем. Так, у нас же все такой же FH, правильно? А там есть по поводу, ну, есть аксессуар какой-нибудь для FH. Или от этого, как его, давайте вот сюда кликнем. Можно там фотка, чтобы грузы фотографировали, после как начинаете издавать грузы, или там, если что-нибудь плохо произойдет, сразу начинаете фотографировать. Можно этот, как его, футляр для всякие хранить документы, остальное другое. А вот по поводу вот это хочу отметить, что, как я вам отметил, попозже я вам рассказал. Есть со радиоскрина, и как бы вот она, кликнем. И есть как бы со навигационного варианта, и это еще не все. И давайте по поводу вот это хотел вам рассказывать. Так, вот она, камера. Так, да, пускай будет да. И вот она. То есть, смотрите, ребята, уже как бы, то есть, смотрите, половина пойдет камера, половина пойдет навигационная система, GPS я имею в виду. Ну, я сюда начал установить. Так, это у нас, с этого мы поняли. Так, ну, сюда я ничего ставить, повесить не буду, я просто повешу, как был. Там, пускай будет там Volvo. Вот, потому что у нас же тягач обзор идет про Volvo, правильно? И здесь там пишем там какой-нибудь, где у нас вот этот тягач производят,
Швейцария, да? Швеция. И вот давайте ставим с таким. И сюда можно что-нибудь там. Ну, там без разницы. Сюда можно какой-нибудь там. Можно сюда, не знаю. Не знаю, там. Тоже пускай тогда будет шведом, пускай будет. Так, а вот середина можно что-нибудь там, чтобы, ну, чтобы скучно не было во время дорога, можно сюда зафигаривать, зафигаривать, там, не знаю, что можно сюда зафигаривать. Какой-нибудь там датчик, например, вот датчик, это чешская датчик, вот она. А дальше пролистяем и вот щелкнем под него, и давайте вот эту игрушку, мягкая игрушка можно повесить. И здесь от какой-то сыр, ну, от Сисл Мегапака. Все, наверное, ребята, на этот тоже как бы мы завершаем. Нет, пока еще не завершаем. Здесь, ладно, здесь ничего делать не будем. Ну, ребята, хочу, чтобы вы сами дальше разбирали, ну, разобрались, что чё, к чему. Так, я сюда пускаю держалка, чтобы для тех, кто хочет, то есть держать там руло, ну, чтобы удобно было крутить. Вот здесь можно минеральную воду ставить, либо холодильник. Ну, думаю, что у этого тягача своя как бы имеется. Можно сюда, например, холодильничек, а вот сюда можно, кстати, как обычно, сюда можно какой-нибудь там сумка со свечей ставить, чтобы. А вот здесь уже как бы типа идет коробка-автомат с айшритовской. Вот она, видите, да? Мы его ставили, ну не знаю, как вам показывать. Вот она, видите, да? А здесь, короче, блин, здесь что-ничто не увидишь. Одеялчик есть, то есть серый со с красным, рамка есть такая. Кот, канадовский кот, по-моему, канадовская, типа. А, здесь вот разные одеяла есть. Вот. Давайте, пускай, хотя, пускай вот это будет. Как она, снежная одеяло. Так, это под, здесь подушка можно. Подушка. Давайте вот это вставляем. И вот, ребята, наш телек, который я вам хотел показывать. Вот она, я его еще не выбрал. Давайте выберем телек. Ну, не знаю, я еще не посмотрел, что он работоспособность, не работоспособность. То есть, он будет работать, не будет. Не знаю. Что ж, наверное, все, ребята. На этот, как бы, все уже, как бы, мы завершаем. Ладно, уже, как бы, насколько я понял, что у нас тягач уже, как бы, работоспособность. Теперь он готов к работе, да? То есть, ребята. Ладно, что ж, и будем смотреть, сколько теперь он начал стоить. Так, итога стоило 2000, то есть 290 648 евро. Ни хрена себе за такой тягач, думаю, вообще стоит ли платить. Конечно, а как еще? Ладно, принимаем. И вот она, видите, да, ребята? Все это дело тоже купить. Так, сейчас мы как бы на Марио Маппе, как бы. Так, выбрать. Все, мы его выкупили. Так, выходим отсюда. Смело отсюда выходим, покинем и попадем. А, нет, прошу прощения, то есть нам надо попасть не туда, куда мы попались, а надо попасть в гараж. И вот она у нас. Так, Глобетроттер. Сес за руль, естественно, пускай будет, да. Сейчас, как видите, как мы видим, свободен как ветер, 9:36 минут. Что ж, ребята, добро пожаловать наш долго заслуженный Volvo FH. И вот, ребята, FPS. FPS у меня теперь начало срабатывать там 22 секунда. Так, ладно. Ну вот, где верхняя правый угол, да, это у нас FPS. Так, видите, да, ребята, да, как бы картинка начинается, как бы, ну, как бы, хочу отметить, что он как бы не для слабых ПК, как бы. Давайте теперь сначала попадем по оптимизации, настройка графическая. Видите, да, у меня как бы средняя класса. Давайте я это, сейчас я сделаю так, чтобы все было четко, либо вообще-то сделаем высоком оптимизации.
Так, для того, чтобы у вас, чтобы вы могли нормально покататься. Так, значит, смотрите, ребята, вот это, как его, САО мы это дело мы выключим. СМА тоже мы это дело выключим. Это переносим, чтобы у вас было четко ясно. Оставляем по, ну, масштаб 200. А вот это, вот это попробуем сюда перенести, а вот это в среднем высоком оптимизации, это отключаем. Я его как бы всегда отключаю, а это качество текстура оставляем как было, так и оставляем. И все, как бы все это дело мы будем принимать. Все принимали, думаем, что ПК уже начал чувствовать себя отлично. Сейчас загрузочка у нас пойдет. Посмотрим. Чтобы вы могли на средние классы ПК, если у кого средний класс ПК, вы могли покататься и посмотреть, что к чему. И вот, ребята, если изнаружи там 36, изнутри, ну там немножко, думаю, как бы, во, даже унижалось, видите. Видите, ребята, даже вот до 15 там, короче, давайте просто мы сделаем по увеличению, совсем по увеличению, а то видите, как бы так вот так. А не, хотя погоди, это еще не все, давайте вернемся на той же месте, оставляем солнечные лучи, оставляем, это дело уберем. Качество текстуры оставляем высокое, чтобы четко и ясно было. Масштаб оставляем 200. Пускай будет 200 и посмотрим, что к чему. Все, больше ничего трогать не будем. Это дело принимаем. Все, сейчас. И посмотрим, какая результата. Хотя дело не в этом, а дело тягача. Просто видите, тягач, он как бы класс, супер. Тягач как бы он не для слабого. Я так понял, что он не для слабого ПК, но если кто помнит, то несколько дней назад или несколько недель назад я на всякий сборкой я катался, как бы все было классно, все было супер, просто у меня время не было его обзор потестировать. И вот она, ребята, теперь думаю, что более-менее стало, но все равно как-то крути не крути, как бы. Вот она, видите, да, FPS там 25 секунда начинает срабатывать. Думаю, пока вот 27. Ну, это как бы на один месяц, а по разным местам уже как бы по-разному все становится. Поэтому. Что ж, ладно, это дело, с этого дела разобрались. Теперь давай разберемся со стягача. Так, смотрим, что мы к этого тягача имеем. Так, это у нас. Так, давайте мы заводим. Похоже, что мы завели, нет? Так, это вырубим. А, все, теперь вот она. Видите, да, ребята, как я вам отметил, половина идет. Давайте так сделаем. Вот, ребята, половина идет камера, а половина идет навигационная система. Поэтому. Так, ладно, смотрим. Поворотники. Все это дело начало вырабатывать. Бортовой компьютер. Все четко, все на свои места. Так. Навигатор, все четко, все на свои места. Так, пускай так будет. Так, про отпускание окна. Вау, ребята, погодите вы. Видите, да? Давайте вот так сделаем, чтобы и вам было видно, и мне было видно. Видите, да, ребята, все четко, все на свои места. И потому что помню. Предыдущая версия со боковое зеркало было как бы проблема, теперь с этого все четко, все нормально. И давайте справа, в сторону пассажира. Видите, да, все четко, все хорошо, как бы. Вот. Отлично. Так, с этого разобрались. Что еще? Давайте теперь со стеклоочиститель. Наверняка вы все знаете, что сейчас у 1.45 и у 1.46 теперь автоматический стеклоочиститель. Да, давайте. Есть автоматический режим. Во время дождь начинается дождь, снег начинается сам автоматически, начинается сам срабатывать и сам себе начинает контролировать. Ну и с этим разобрались.
Первый вариант, второй вариант, вот она, видите, да? Вторая вариант. И вот третий вариант. А, то есть, понятно, теперь смотрите, то есть, с автоматического режима есть первый вариант, есть вторая вариант, и есть третий вариант. Ну, то, на третий вариант она уже отключается. Давайте оставляем на автоматически и посмотрим. Сейчас включим там дождь. Сейчас, сейчас где у нас вечер. Вечер. И посмотрим. Что ж, ребята, как видите, как мы видим, FPS даже дольше стало. Прикиньте, ребята, 38 стало. Даже почти 40 стало. Ну, не знаю, ребята, если у кого есть ПК, слабая ПК, ну, попробуйте, я не знаю, врать не буду. Видите, да? Ну, не, а, не знаю, почему-то... Давайте сейчас попадем на конфигурацию игры, почему-то... Не понял, почему-то он не хочет срабатывать. Так. А, нет, датчик дожди есть же. А, или хотя, погодите. Там же этот, надо просто перезапустить как бы его. Вот она. Чпок и чпок. Теперь посмотрим. Ну, не знаю, ребята, особо как бы не понял. Ну-ка. Не знаю, почему-то я на автоматический режим, и почему-то он не захотел срабатывать. Ну, ребята, хочу дальше, чтобы вы сами посмотрели, что к чё, к чему. Ладно, перейдем на третий предзавершенный режим. Как видите, как мы видим, мажет отлично. Изнаружи смотрим, изнаружи то же самое, четко, классно. Видите, да, ребята, даже если с бокам начинаем смотреть, вот она, видите, да, все четко, все ясно, все на свои места, никакие косяки не имеются, все четко, все отлично. Ну, шведцы, они молодцы, они умеют кое-что делать. Видите, да, за собой капли дождь, ну-ка. И здесь тоже самое такое же дело, видите, да, ребята, все четко, все ясно. Видите, да? Каплю за собой не оставляет. Убирает, как бы, изнаружи смотрим. Изнаружи смотрим. И здесь тоже самое такое же дело. И в эту сторону. В эту сторону тоже самое такое же дело. Ну, видите, ребята, похоже, какой-то глюк, да? Видите, ребята? Или мне кажется, я не знаю, может... Ну, хочу, чтобы вы дальше сами посмотрели, что к чё, к чему. Ладно, мы это дело закроем. Все как бы закрыли. Так, что ж, давайте это дело тоже вырубим. И вот, ребята, видите, да? Ну, не знаю, почему-то на автоматический режим как бы не стал срабатывать. Но, ребята, хочу, чтобы вы дальше сами посмотрели, что к чё, к чему. Так, ладно, это дело мы уберем. Так, ладно. Что ж, еще мы из этого тягача начинаем иметь. Так, про освещение смотрим. Так, ближе, дальне, габаритное. Ближе, дальне, габаритное. Но почему-то анимационная клавиша я не вижу здесь. Ближе, габаритное, дальне. Не знаю, почему-то я здесь не вижу это, как его. Вот это же есть анимационная клавиш. Не знаю, ну, ребята, может какой-то глюк, короче, я особо не понял. Ну-ка, анимационное зажигание, стоп-старт. О, присутствует, ребята, видите, да? Ну, это за этот, как его, видите, да? Раз, раз, как говорится, раз, раз и на матрас. Так, ну-ка, стояночное торможение. Где оно у нас? А, это у нас вот, на... Видите, да? Вот где написано буква П по-латински, это она и есть торможение. Парковка я имею. Видите, да? Все четко, все ясно. Так, ну-ка, блокировка дифференциал. Где у нас блокировка дифференциал? Не знаю, почему-то не хочет отображаться. Ну-ка, клавиши. Клавиши, клавиши. И на клавиши тоже нету. Не видим. Видите, я кликнул, у меня как бы цифровой нолик, как бы. Но оно почему-то не хочет выполнять.
Ну, не знаю, дальше вы сами посмотрите, что к чему. Ну, если там что-нибудь, это вам надо автор, который вот этот тягач делает, надо автором обратиться, чтобы автор взял это дело, все исправил. Ну, если так взять, у меня так этот, и так мне устраивает этот тягач, как бы, полным вариантом. Так, что мы еще из этого тягача начинаем иметь? Место для стаканчики, для водителя и для пассажира, как бы, и для третьего пассажира, как бы. Ну, с этого понятно. Что еще мы здесь имеем? Так, ретардер работает. Вот она, ретардер у нас сработала. Все четко, все хорошо, все на свои места. Ну, поворотник-то понятно. Аварийка. Так, аварийка где у нас? Все, вот она. Есть. Начала срабатывать. Может, у меня совсем низкая графическая настройка стоит, поэтому перестал отображаться. Ну, не знаю, ребята. Если у кого есть крутое железо ПК, попробуйте, посмотрите сами дальше. Думаю, там уже вам-то видно будет, что к чему. Я хочу, чтобы вы сами все посмотрели дальше сами. Так, ладно, это дело мы вырубим. Так, и ладно, и давайте теперь перейдем к освещению. Освещение. Сделаем с высоким на крыше и как спереда и с маячка. Она у нас установлена, да. Так, это дело уберем и давайте пишем. Ну, на это красное особо не стоит обратиться внимательно внимание. Так, сейчас перейдем на замена время. Где у нас замена время? Просто долго писать, легче поискать, как бы. Вот она. Так, сделаем полуночь. И посмотрим, что у нас начинается получаться. И вот, ребята, как видите, как мы видим, все четко. Это у нас сетевая. Так, сетевая. Вот она, из слева сторона. Видите, да, сетевая. И давайте. Это у нас габаритный, ближе, дальний. Габаритный, ближе, дальний. Габарит, ближе, дальний. И давайте изнаружи смотрим. Вау, смотрите. Ну, ребята, сейчас у меня как бы совсем низкая вариант, как бы, поэтому как бы плохо начинается отображаться. Ну, сейчас попробуем попасть на высоком оптимизации. Так, это у нас сетевая. Так, еще раз. Габаритный, ближе, дальний. Габаритный, ближе, дальний. Видите, да, FPS 43 стало 43. Вырубим. 44, 45, 47, да? Думаю, как бы, ну, для как моего ПК, я думаю, как бы достаточно нормально. Ну, а на остальное, не знаю, на остальное сами посмотрите, что к чему. Если что, я ссылка по этой тягаче, я на это контента я оставлю по описанию. Так, ладно, давайте сейчас перейдем на высокую оптимизацию. На высокую оптимизацию и посмотрим, что к чему. Сделаем вот на ультра, да? И ладно. Это дело тоже закроем. И сейчас посмотрим, что... Ну, я там дальше не стал ковыряться. Пускай все будет по увеличению. С высоким оптимизацией. Сейчас это дело у нас быстренько дойдет. И вот, ребята, видите, да, как она начала становиться. Видите, да, все четко, все ясно. Ну, FPS уже совсем уронился, упала до 15 раз. И давайте, вот она. Ну-ка, из кабины. И из кабины то же самое. То же самое, что изнутри. Видите, да, интерьер. Интерьерчик. Можно выключить, конечно. Не знаю. А, понятно, это как бы заводская вариант. Все, я понял. Это мы сейчас только что отключили, по-моему. Маячки у меня на цифровой дел, как бы. Вот она, видите, да? И вот она. Давайте еще раз. Это у нас сетевая. Ближе, дальне, габаритно. Ближе, дальне, габаритно. Отлично. Так, ладно, это дело мы выключим. Маячок тоже выключим. Теперь сетевая. Сетевая все четко. Видите, да, ребята? Давайте вот так сделаем. А если приблизим? Вот она. Ну, не знаю, я как бы на средняя оптимизация, на средняя
вариант, как бы я катался на, если кто помнит, на Steam, как бы на Мега Сборка. Но начал пашет отлично. Ну, не знаю, у меня сейчас Марио Мап как бы установлена, поэтому не знаю. Дальше посмотрим, что к чему. Так, ладно, это дело мы как бы так пишем там 9 утра, пускай будет 9 утра. Сейчас, быстренько все. Он пока сдумает. Все отлично. Видите, да? Так, давайте теперь продвинутый цепко симулятор. Там у меня есть там где-нибудь там цепка. А, у меня цепка имеется. Вот она, цепка у меня. Кюгловская цепка. Так, далее. Сейчас он пока думает, все, задумался, все, окей, назад и поехали. И вот, ребята, видите, да? И давайте кликнем по латинскому букву Т, там, так, отлично, еще раз. Я имею в виду по поводу функции кабелей. Все, отлично. Теперь давайте вместе с вами заводим наш долго заслуженный Volvo. Так. Отлично. Звучит неплохо. И давайте, видите, ребята, я чаще забываю, пропускаю, но постараюсь, что этот раз не пропустить. Так, смотрим. Во, это у нас обычная. А это у нас пневма. О, звучит неплохо. Так. У меня окна было опущено. Я закрою сейчас форточку, я имею в виду. Так, еще раз. О, теперь лучше стало. Приятно стало. Ну-ка, изнаружи. Так. Смотрим. А, видите, еще мне надо настраивать. У нас же 1.46, все такое же, поэтому нам надо настраивать пневмоподвеска. Где у нас пневмоподвеска? Это вот. А, вот она, пневмоподвеска. Так, давайте передняя, пускай будет плюсик, пускай будет минус, а это у нас задний. Плюсик и минус и по увеличению. Пускай будет 9. Думаем, что нормально. Так, смотрим. И я еще, видите, ребята, я забыл там еще кое-что проверить. Так, так, ладно, давайте сначала отцепляем нашу цепку. Все, отцепили. Теперь давайте поднимем наш задний подъемный ос. Управление ос, видите, да? И давайте, ну, у меня сейчас как бы, я особо как бы на механике сижу, наверняка, если кто знает. Так, перейдем на первую передачу. Куда 6 сразу? Так, не знаю, почему-то сразу он 6 перейдет. Ладно, бог с ним. Так, ну-ка. Вау, вообще, ребята, машинка просто класс, просто супер, все просто четко как бы. И давайте дадим назад. Так, ну-ка, смотрим. Начинаем газовать. Вау, где-то до 20. Сейчас у меня на нейтралка как бы стоит. На нейтрал, не знаю, она анимационно присутствует, не присутствует. Видите, да, у меня сейчас на нейтрал. На нейтрал. И давайте перейдем на. А, видите, то есть нету она у нас. Не анимационная коробка передача, то есть. Ну-ка. А, нет. Я что имел в виду? Имел в виду анимационное сцепление газ-тормоз. Нету, она не присутствует. Ну, если автор, который начинает делать. Так, еще раз. Ой, стоять. Так, ладно. Дадим немножко вперед. Остановка. Ага. Кликнем по латинской букве Т. И посмотрим. Но это еще не все, ребята. Хочу отметить, что у меня там физика настроена. Поэтому, если что, если там скажите там, если пишите на комментариях, что у тебя там со
имеется к нему автоматически физика, нет, то есть у меня дополнительная физика установлена, поэтому, ну, попробуем. На, не знаю, почему-то странно, сразу автоматически переключается на шестой передаче, особо я сам тоже как бы не понял. Ну, хочу, чтобы дальше вы сами разбирались, к чему. Ну-ка, стартуем. Вау, вообще тягач классно, тягач. И также вам советую для тех, у кого есть слабая, ну, для тех, у кого есть крутой ПК и крутое железо, то есть. Ну, если среднее, думаю, пойдет. Если у меня слабое ПК, у меня как бы пошло, ну, пошло как бы. Видите, да, ребята? Ладно, отпустим наш задний подъемный ось стоять. Ну, не знаю, для катушка как бы класс супер, не только для катушка, вообще он тягач, офигительный тягач. Ну, у меня с высоким оптимизация как бы. Ну-ка, начинаем. Попробуем. Я имею в виду управление. Сейчас. Где-то ударился она. А, нет. Похоже, что не видно стенок. А, понятно, это нам надо. То есть, в другую сторону, видите. Мне надо было в другую сторону. Ладно. Ну-ка, попробуем. Я имею в виду посмотреть управление. Не знаю, почему-то сразу переключается сразу переключается на шестой передаче, особо я сам как бы не понял. Так, ну-ка. Наше торможение. И с торможением тоже неплохо, как бы, ребята, как видите, как мы видим. Торможение тоже неплохо, как бы. Ну-ка, еще раз. Не, ребята, машина просто классная, машина супер просто. Ну, не знаю, что вы будете думать, ребята. Как бы катушка, как бы для катушка, для чтобы скучно не было и вам, и остальное другое. Он классный тягач, также советуем, ссылка по описанию, если что. И про те, про то, и про остальное другое. Ну вот, остановимся. И все, парковка. Ну-ка, парковка, где у нас парковка? Все отлично. Ну, где вот буква П по-латински написано? Вон там. Во. Не знаю, мне кажется, какая-то глюка, да, или мне кажется, не знаю. Ну вот, ребята, такая тягач на основе Volvo FH 20. Не знаю, почему-то 20 написали 20. Или, может, из 2020 году начали стартануть собрать этот Volvo. Потому что Volvo обычно FH12 в 2016 году. А это уже как бы 2020 году, как бы обновленная версия, как бы. Со всякие офигительные дополнительные, как бы. Такая тягач, как бы. Ладно, что ж. Вырубим наш тягач. Ну-ка попробуем изнаружи. Ну, изнутри, я имею в виду. Там. Так, раз и раз. Вот, где видите, где руля. Вот она. Еще раз и еще раз. Ну вот, ребята, все четко. Ну, там какой-то глюк или мне кажется. Не знаю, ребята. А дальше вы сами посмотрите, что к чему. Что ж, ребята, пора мне с вами попрощаться. Пора мне с вами как бы... Да, попрощаться. Надеюсь, гайд кому-то дал полезное, гайд кому-то понравилось, гайд кому-то помогло, обзор кому-то помогло, как бы советуем, рекомендуем подписаться на моего канала, подписка, лайкоса и так, хочу отметить, что если кому не сложно моего тела собрать из доната деньги для оптимизировать свой железо как бы для RTX 3050. Поэтому надеюсь, если кому не сложно, ссылка по описанию и ссылка в комментарии, я оставлю ссылку. Что ж, ребята, спасибо за внимание, спасибо за действие, спасибо, что до самого конца смотрели моего гайда. Чтобы не пропустить всякие полезные гайды и т.д. и т.д. и т.д. Подписка,
за вами. Подписка, лайкос и остальное другое. Оценить моего дела, оценить моего работу со с доната. Берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.